Здравствуйте, друзья! На Флотской сегодня большой футбол, Лига чемпионов, это плей-офф. Это важные матчи, лучшая восьмерка команд Москвы определилась еще до Нового года. Вот сейчас они начинают выяснять отношения в матчах, в двухматчевых сериях, в которых, по большому счету нельзя терять. Нельзя терять очков, нельзя проигрывать, да, для того, чтобы иметь шанс завоевать этот трофей. Главный арбитр сегодняшней встречи Алексей Сергеев готов дать стартовый сигнал. И ваш комментатор Кирилл Разумовский. Сейчас начинаем. ЦДК в красной форме. Мега-титан в бело-голубой. И через несколько секунд представим составы играющих сегодня команд. Итак. У армейцев в воротах Илья Горшков, в обороне Вячеслав Саркисов, номер 20, Евгений Алдонин, 22, Владислав Хатажонков, 11, в центре поля Андрей Коряка, номер 25, Денис Назаров, номер 6, и Евгений Вашунин, номер 10, впереди Фурман Саакян, 8. В общем-то, была одна проблема. Отсутствие Андрея Смирнова. Так получилось, что вот как-то выяснилось это в последний момент, в последнюю минуту. Андрей Смирнов перебрал желтые карточки в матче с Селтиком, получил третье предупреждение. И сегодняшнюю игру пропускает, поэтому в центре обороны пришлось играть Алдонин. Ну и дальше все соответствующие перестановки последовали. Не знаю, скажется это или нет, но как минимум это отход от тех расстановок, которые армейцы последние матчи играли. Что касается Мега-Титана, то здесь такая внушительная заявка на сегодняшнюю игру. И стартовый состав следующий. Сергей Лихонин в воротах, номер 30. В обороне Александр Куксов, 4-й, Сергей Терентьев, 6-й, Сергей Алборов, 18-й. В центре поля Алексей Ланцов, номер 89-й. По краям атаки Валерий Сорокин, 77-й, Артем Клюев, 9-й. Впереди Эрик Корчагин, номер 8. Ну вот, что касается запасных, то, наверное, по ходу пьесы придется футболистов называть, потому что их достаточно много. Ну и сейчас просто не будем тратить на это время. Ну и единственное, что нужно сказать, может быть, немножко о том, как команда оказалась в этом матче, о турнирной составляющей. Мега-Титан выиграл свою группу, не проиграв ни одного матча. Армейцы вышли в плей-офф со второй позиции, вот поэтому пересеклись. Мега-Титан играл в одном квартете с Гефестом. Две ничьих было в противостоянии этих команд. У ЦДК чуть-чуть посложнее все прошло. Два раза армейцы проиграли, но четыре победы в других матчах позволили выйти в плей-офф. И вот Гефест только что проиграл 0-1 футбольному клубу сотрудников прокуратуры. Там, понятно, прокуратура и так считалась фаворитом и, наверное, теперь еще большим будет. Преимущество есть небольшое, но все-таки и теперь игра дома в КСП предстоит. Но в любом случае у Гефеста шансы какие-то остаются на то, чтобы выйти в полуфинал. В этом противостоянии более равные соперники, скорее всего. Хотя вот в первой части сезона в Лиге чемпионов как-то считалось, что из всех северных команд ЦДК такой самый удобный, что ли, соперник на плей-офф. После этого армейцы прибавили, армейцы хорошо сыгрались в своем новом составе. И в чемпионате выдали такую приличную серию. И только матч с Интером, у ЦДК было поражение.
Ну, а и теперь, наверное, можно говорить о том, что ЦДК, в общем-то, тоже претендует на победу в Лиге чемпионов. По крайней мере, такая задача перед командой стоит. И, по крайней мере, в чемпионате шансы на титул упущены. И, в общем, остается только два турнира, вот Лига чемпионов, еще КФЛ, но это отдельная история, отдельный статус и все такое, там подготовка тоже идет. Ну, в общем, Дмитрий Свиридов говорил, что для ЦДК Лига на данный момент в приоритете, и армейцы достаточно активно начали эту игру. Смотрим, штрафной ЦДК заработал, Коряков мяча, он обычно прямым ударом, вот как сейчас, с таких позиций исполняет, но мяч шел выше, Лихонин, по-моему, даже глазом не моргнул, как-то все контролировал. И действовал спокойно. Но я неоднократно видел в ситуациях, когда у Коряки получается этот удар, там голкипер спокоен, он или нервничает, никакого значения не имеет. Там обычно руки вратаря не успевают поднять, ну, только после того, как мяч уже из сетки выскакивает. Сейчас момент упущен, и стандарты вообще могут по такому матчу стать одним из главных оружий. Еще один неплохой удар. Это Саркисов пробил с дальней дистанции. Опять пристрелка. Но вот видно, что футболисты ЦДК заряжены на то, чтобы завершать атаки, чтобы в каждый момент пытаться до такого логического завершения своей комбинации доводить. Мегдисан пока ничем не ответил. Пока вот зацепиться за мяч на чужой половине не получается. Ну вот штрафной сейчас, и это возможность большими силами перейти на территорию ЦДК и пытаться что-то разыграть. Ну вот если сейчас так с общего плана вам будет видно, три футболиста, даже четыре было за линией мяча, Терентьев чуть повыше поднялся, но в целом пока не рискуют футболисты Мегатитана, не ходят перед большими силами. Ну и здесь предпочитают розыгрыш удару или подачи. Куксов готовил удар, а получилась неточная передача. Назаров сейчас можно контратаку развернуть. Вашурин за мяч зацепился, ну догонит. Нет, чуть-чуть далековато от себя отпускает. И аут в пользу гостей. Тажонков, Назаров. Мяч укротил. Еще один аут. И опять Мегатитан будет из боковой водить. Ланцов. Такое ощущение, что сейчас вот этими движениями корпуса раскачал Назарова. Тот упал, он в итоге случился перехват. Коряка здесь здорово сыграл. Вашурин входит в штрафную. С носка пробил и блокирует Куксов его удар. Опасно достаточно получилось, но, опять же, мяч до Лихонина не доходит, и вот сначала неточные были удары, теперь заблокированный. Армейцы активно, вроде бы, в атаке действуют, но реально голевых моментов нет. Коряка. Ашурин назад. Вот сейчас позиционное наступление. Алдонин с капитанской повязкой. Ну, может быть, так в качестве шутки предположу, что у ЦДК последний защитник всегда капитан. Ну, вот, честно говоря, это немножко такая странная ситуация. Не уследили руководители команды и футболисты сами за тем, что Смирнов дисквалифицирован, и вот чтобы казуса не произошло неприятного, чтобы не будучи дисквалифицированным, он не сыграл, и, во-первых, не получил еще одну дисквалификацию, а, во-вторых, его команда не заслужила психическое поражение, в последний момент пришлось что-то решать, сам Смирнов очень расстроился, хотелось ему выйти на поле, и все вообще готовились к такому серьезному противостоянию. Ну вот,
Теперь Алдонин с повязкой и в центре обороны. Алдонин, кстати, в этом сезоне на этой позиции провел несколько матчей. В прошлом году за ЦДК играл и, по мне, так не хуже Смирнова смотрелся. Ну, с той точки зрения, не с точки зрения, да, мастерства самого Алдонина, понятно, оно, его под сомнение ставить никто не собирается, просто это не родная позиция для Евгения, и, наверное, в центре поля он более полезен, с одной стороны. С другой стороны, у ЦДК именно полузащитников достаточное количество, и, в принципе, ну, нет такой необходимости в обязательном порядке Алдонина ставить, потому что пришлось бы кого-то, ну, скорее всего, Вашурина оставлять на скамейке запасных. Но, опять же, когда есть у тренерского штаба возможность всех сильнейших футболистов выпустить и просто каждому найти место на поле, это тоже такая, в хорошем смысле, роскошь, и это всегда приятно. Приятная головная боль, может быть, выбрать основной состав, выбрать футболистов, которые в лучшем состоянии находятся, но когда у тебя нет этих игроков, то это намного хуже. Сейчас Вашурин на Саакяна. Саакян здорово цепляется за мяч. Скидка в центр. Коряка. У Коряка, когда даже на мяч наступает, получается красиво. А вот это ошибка в поперечной передаче. Ну и Алборов мяч отдает. Мегатитан осторожничает, прямо скажем. Мегатитан, как по мне, довольно консервативную стратегию на игру избрал. Мегатитан оставил на скамейке, например, Сергея Кутузова. И атакует вообще малыми силами. Корчагин, безусловно, мастеровитый футболист и болельщикам на севере хорошо знакомый, но Корчагин все-таки не такой подвижный, что ли, не такой скоростной. Ну, может быть, полезнее в подыгрыше, чем Кутузов. Но вот по мне, выход Корчагина это все-таки определенная такая консервативная тактика. Кутузов более атакующий вариант. Ну и видим мы по первым минутам, 10 уже сыграно в первом тайме, что Мегатитана почти нет опасных выпадов, подходов к воротам Горшкова, я бы даже сказал. И по владению мячом у армейцев большое преимущество. Но понятно, что подобные противостояния двухматчевые очень редко решаются в первой игре. Как и Гефесту, армейцам предстоит выезд на Сетунь Парк. Ну, вообще, по три команды, Север и Запад, делегировали в четвертьфинал Лиги Чемпионов. И вот что любопытно, из 16 команд, которые вообще стартовали в этом турнире, в текущем сезоне, 5 не проигрывали на отборочном этапе в группах. И только армейцы теряли очки среди представителей Севера и Запада. Другие 5 команд, перечислю всех, Гефест, ФКСП, Титан и Интер, практически никаких проблем не испытали с выходом в плей-офф. Интер играет с Авангардом. Тоже достаточно интересное противостояние. Ну и 6 команд представляют 2 ведущих округа столицы. И еще 2 восточную лигу. Это Авангард и усадьба Банная. В этом сезоне представителей других округов в плей-офф нет. Ну и, конечно, в первую очередь здесь обращает на себя внимание отсутствие действующего обладателя трофея, который уже сложил полномочия. Футбольный клуб «Тройка», представитель и чемпион, и гегемон Южной Лиги, на этот раз в четвертьфинал не попал. Ну а среди оставшихся команд, наверное, ну, крайне сложно, на самом деле, какой-то ранжир ввести. Но мне кажется, что западные команды чуть-чуть большими фаворитами кажутся наряду с Интером.
Интер на севере, Титан и ФКСП среди западных коллективов. Ну и усадьба с Авангардом. В общем, тоже команды и опытные, и титулованные, и мастеровитые. Там могут преподнести сюрприз. Наверное, ЦДК в каком-то смысле вот в этой восьмерке выглядит... Ну, не аутсайдером, нет, не могу подобрать правильное определение. Ну, в общем, в меньшей степени претендует на победу во всем турнире. Но много будет зависеть от сетки. Конечно, если ЦДК пройдет Мега-Титан, то дальше победитель пары Гефест ФКСП. И при текущем положении дел, если считать ФКСП фаворитом той пары, еще одна западная команда. В общем, противостояние севера и запада, оно в любительской футбольной лиге не закончится никогда. И на клубном уровне, на уровне сборных, и на уровне округов, и всего чего угодно. Ну, а здесь хорошую атаку сейчас Мегатитан развернул. Ланцов дальним ударом, но потревожил Владислава Хатажонкова, который принял на себя мяч, ну и Горшкова, который реагировал и на удары, и на рикошет. Вашурин в центре поля. Кутузов, кстати, на поле появился. У Мегатитана произошла замена. Корчагин отправился отдыхать. Кутузов впереди, у него 10-й номер. И Кутузов как раз здорово в отборе сыграл. Что касается ЦДК, то тоже одно изменение в составе произошло. Коряка поле покинул, вместо него Панайот Хартияди, 84-й номер. Ух, Саркисов сейчас пошел в подкат, довольно жесткий по своей сути, по исполнению, но там нарушений правил не было, игра продолжилась. И передача Новошурина в штрафную, чуть скорости не хватило 10-му номеру ЦДК. Еще замена. Алексей Милешин вместо Саркисова на позицию левого защитника. У Мегатитана сейчас посмотрим. Да, под 21-м номером Илья Микинкин появился. Он будет действовать в атаке. Ну и по всему фронту. Вроде бы входил сначала на правый фланг, но вот смотрите, где оказался. Здесь неплохая скидка. Скобляков тоже начинал на скамейке запасных эту игру. На поле оказался сейчас. Скоблякова 55-й номер. Опытный футболист. Так, Вашурин. Вперед на Саакяна. Мегатитан классно возвращается. Посмотрите, уже 4 футболиста на своей половине. И Саакян в одиночестве. У него нет поддержки. Приходится назад играть. Хартияди на левом фланге. Реактивный полузащитник. Но нужно ему, конечно, чуть больше свободного пространства. Но опять же, в таких играх, вот Гефест, ФКСП сейчас очень плотную игру провели. Я ее с бровки смотрел, вы, наверное, могли и в прямом эфире увидеть. И в том числе на стадионе, здесь достаточно много зрителей. В общем-то, свободных зон почти нет. И футболистам, которые любят так выбираться из-под опеки с ударом, сразу вспоминается фирменные движения Александра Масленникова, очень тяжело пришлось. И он, и Котов, в общем-то, были связаны. И ФКСП свой гол выстрадал. Ну, а Гефест, особенно во втором тайме, очень серьезно наваливался, но пробить такую шланированную оборону так и не сумел. Еще один штрафной, теперь Алдонин исполняет, и снова выше ворот, и снова никаких проблем для Сергея Лихонина. Мне кажется, у Алдонина просто удар не получился, недостаточно сильным он был, и позиция, ну, в общем, не знаю, не мне учить, конечно, таких титулованных футболистов, но здесь, может быть, и другое решение было бы более эффективным. Лешин, Алдонин, Хартияди. Прессинг в исполнении Мегатитана. Ну что там, нарушение правил, да, наверное, все-таки фиксирует главный арбитр. Потолкнули Хартияди, хотя армейцы были уже на грани потери. Назаров.
Сейчас на своей излюбленной позиции центрального полузащитника Назаров. Кстати говоря, если тройка как клуб уже сложил чемпионские полномочия в лиге в этом сезоне, то Назаров на поле. Он перешел в ЦДКА как раз оттуда, и действующим обладателем трофея является. И, собственно, тройка играла с ЦДКА в плей-офф в прошлом сезоне. Очень были интересные матчи, результативные, и Назаров там был главной действующей фигурой. Вот эти подключения из глубины его так и остались такой неразгаданной загадкой для армейской обороны. Наверное, после этого руководство посчитало, что такой игрок должен в их команде выступать. Ланцов сейчас штрафной будет разыгрывать. Свистку просил он Сергеева отодвинуть стенку, которая сейчас стоит из одного Евгения Вашурина. Ну и здесь подача, наверное, Сергей Терентьев штрафной, и также Кутузов, и закорослые игроки. Вот подача, ну, Хтажонков мяч легко выносит, Куксов. Еще одна подача, снова Хтажонков. Пока в обороне внимательно и те, и другие действуют, ничего серьезного соперникам не позволяя. Моментов нет. У нас уже две трети от первой половины прошло. 0-0. Микинкин. Пас в бровку. Здесь потеря. Хартияди. Сакян. Здорово разобрал сейчас. И корпус поставил, и мяч сохранил. Назаров, Вашурин. Вот сейчас неплохо. Сакян. Нет. Алборов на подстраховке. Хорош. Ну и опять Саакян оказался против троих соперников. Да, был там теоретический шанс, что прокинет мяч и уйдет на широком шаге. Но в целом защитники Мегатитана грамотно сомкнулись, просто не оставили пространства своему оппоненту. Кинкин штрафной зарабатывает. Быстро разыгрывает Куксов. Перечная передача, хорош Хартияди в отборе, вроде бы со спины, но чисто мяч выбил из-под ноги у соперника. И аут зарабатывает. Ну, здесь вы видите сейчас, ни те, ни другие зацепиться как следует не могут. И что? Здесь игровой момент. Столкнулись головами Саакян и Куксов. Я не знаю, как будет арбитр трактовать этот эпизод. Ну, мне показалось, что нарушения правил не было. Это просто игровой момент. В борьбе за мяч оба футболиста выпрыгнули. И да, бывает в подобных эпизодах и травмы получают футболисты, но... Но это не фол. Армейцы требуют штрафного, потому что, скорее потому, что перспективная позиция. Но Алексей Сергеев опытнейший арбитр, на высоком уровне работавший в свое время и в ЛФЛ уже достаточно давно. Поэтому тут вряд ли его поддавить получится. У ЦДКА сразу замена на всякий случай. Коряка вместо Вашурина под гипотетический штрафной, которого не будет. Ну и с Океаном все в порядке. Поднимается он с газона. И также Александр Куксов. Посмотрим. Поле вроде не покидает. А нет, все-таки уйдет сейчас. Да, и замена. На левый фланг обороны Дмитрий Бобков выходит. Второй номер у него. Это первое появление этого футболиста. Поэтому требует он представления. Ну, о пересечении всевозможных, еще раз повторюсь, про Назарова рассказал. У Мегатитана есть Михаил Пименов, который за ЦДКА выступал. И сейчас на скамеечке армейской приехал поболеть за своих бывших одноклубников Максим Бунтов, который сейчас выступает за «Авангард», и сегодня должен будет
вместе со своей командой противостоять Интеру. Ну, так не сказать, что весь Бумонт Северной Лиги собирается на трибунах и вокруг поля, но в целом, ну, момент какой, кто там успевает в подкате мяч выбить, снять буквально с ноги у Коряки. Через левый фланг атака развивалась, и Лихонин, по-моему, чуть ли не первый сейв в этой игре совершил. Саакян на газоне оказался, Хартияди из глубины, и опять защитники не позволили выбраться на ударную позицию. Ну так по первому тайму пока ЦДК преимуществом владеет. Все-таки у Мегатитана, ну, одна-две, может быть, атаки прошли. Так, тут горчичник Сергей Алборов получает желтую карточку за срыв атаки на 24-й минуте. В центре поля, ну, не знаю, может быть, слишком суровое такое наказание, потому что не выглядел фол таким чересчур грубым или умышленным, скорее игровой момент, да и происходило все на бровке. Но Алексей Сергеев, очевидно, решил страсти погасить, потому что до этого мы помним про столкновение Саакяна и Куксова. Футболисты ЦДК требовали назначить штрафной. Сейчас любое решение арбитра такую эмоциональный отклик получает. Кстати, Куксов на поле вернулся с забинтованной головой. ЦДК продолжает позиционное нападение. Назаров назад на Алдонина. Милешин. Снова Алдонин. Центр передачи. Мяч выскакивает. Хартияди. Смотрите, он против троих. Ташонков там же. Пока справляются защитники. Ну, а это подача несколько авантюрная. И подсказывали сейчас, Илья Горшков подсказывал Алдонину, что нужно мяч перевести на левый фланг. Там Коряка был в одиночестве, и Коряка как раз вот умеет так получить мяч, сместиться с 2-3 шагов и сразу пробить. Но Алдонин принял другое решение. Лихонин от ворот в направлении Кутузова, но мяч не долетает. Здесь Милешин, Хартияди, и даже может у ЦДК быстрая атака получиться. Коряка против двух соперников и Сергей Терентьев. Ой, как здорово сейчас Хартияди проверил, чем и мяч сохранил для своей команды. Ну, в бытность игроком Легиона Терентьев любил к атакам подключаться. Иногда это к провалам в обороне приводило. Все-таки в Мегатитане средний уровень исполнителей намного выше. И если что, страхуют его. Может быть, и Терентьев чуть-чуть видоизменил свою игру. И опытней стал, и прибавил в мастерстве. Но сейчас было классно. Такие эпизоды футбол украшают. Алдонин. Кутузов против него. Борьбу не выиграл. Вот теперь Алдонин здорово Коряку нашел. Есть пространство у Коряки. И вот о чем мы говорили. Блестящий гол. Дальний удар. Лихонин на ногах остался. Он просто проводил мяч взглядом. 1-0 в конце 28-й минуты. ЦДК открывает счет. То, что мы предвидели буквально пару минут назад, то мы рассказывали с вами, обсуждали, как эта атака должна развиваться в идеале. И сейчас именно так и произошло. Алдонин, голевой пас, Коряка, результативный удар. И ЦДК получает преимущество в счете. Ну а преимущество по игре у армейцев есть и так. Давай, Коряк,
Еще один перехват. Сейчас неплохо. Назаров в дальний угол. Лихонин тащит и будет угловой. Но момент классный. Назаров обводящим таким мягким ударом сейчас пытался в дальнюю девятку мяч закинуть. Еще до перерыва армейцы стараются увеличить счет. Милешин. Прострел. Ну нет, на этом атака ЦДК заканчивается. Валерий Сорокин там отработал. Его фамилию практически не называли мы в первом тайме. И мяч редко доходил до его правого фланга. И, может быть, сам футболист был не так активен. Но вернулся вот назад, помог свои ворота отстоять. Коряка из-за боковой. В центр на Назарова. Ух, не здорово принял мяч, но продирается буквально сквозь соперников. И защитникам Мегастана приходится просто выносить. Ух, Тажонкова, есть большое пространство. Чуть быстрее там Назаров штрафной получает. Разворачивается пас на Коряку. Коряка тут пытался выбраться на ударную позицию. Против него здорово в обороне отработали, но мяч все равно у ЦДК остался. Милешин налево, Хартияди. Бирает под правую, бить неудобно. Здесь Хатажонков. Момент. Сильный удар по центру и выше ворот. Разочарование скамейки. И Дмитрий Свиридов, по-моему, сказал, что нормально нужно как-то здесь пробить. Ну, не так. В общем-то, и в угол желательно, и прижав мяч, момент упущен. Куксов в проход отправляется. Назаров выбивает у него мяч из-под ноги. Ланцов направо. Сорокин. И после передачи Куксова Милешин корпус ставит. Мяч уходит за лицевую. Ну все, время первой половины истекло. Теперь ждем, добавит ли что-то арбитр. По идее, должен добавить, потому что, помните, когда помощь оказывали Сакяну и Куксову, немножечко, небольшая пауза у нас возникла, но где-то полминуты, наверное, максимум. И все, на этом отправляются команды на перерыв. Минуту передохнем и мы. Вернемся к началу второй половины. Возвращаются команды на поле. ЦДК уже готов играть во второй половине. Мегатитану чуть больше времени потребовалось, чтобы какие-то корректировки обсудить в перерыве. Но в целом это все детали. Второй тайм первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов. ЦДК выигрывает у Мегатитана счетом 1-0 после шикарного гола Андрея Коряки. Это преимущество было получено на 28-й минуте. Мы продолжаем наслаждаться классной игрой. Сейчас составы команд представлю. Те сочетания, в которых соперники начинают вторую половину. У ЦДК в воротах Илья Горшков. В обороне Вячеслав Саркисов, Евгений Алдонин и Владислав Хатажонков. В центре поля Денис Назаров, Евгений Вашурин и Андрей Коряков. Впереди фурман Саакян. Но это точно такое же сочетание, что и в первом тайме. Но теперь Назаров больше на левом фланге действует. Вашурин справа. Да, Коряка в центральной зоне расположился. Хотя, скорее, это позиция для Назарова. Он большой объем работы готов выполнять и в обороне помогать команде. Коряка все-таки игрок более атакующий. Но вот в плотном таком футболе Коряке нужно пространство для того, чтобы стартовать, для того, чтобы набирать скорость из глубины и выходить на ударную позицию. Так, собственно, и гол был забит. И поэтому вот определенные перестановки по ситуации армейцы производят. Сейчас Назаров как раз ближе к защитникам опускается. Коряка здесь в центре поля остается в стальном круге для возможной контратаки. Алдонин мяч выносит к составу Мегатитана. Давайте перейдем. В воротах Сергей Лихонин. В обороне, в центре обороны Сергей Терентьев. На флангах Александр Куксов и Дмитрий Бобков.
Так, сейчас посмотрим, чем атака закончится. Подача в свободную зону. Здесь никого нет. Куксов у бровки мяч подбирает. И передача не проходит в штрафную. В центральной зоне у Меркитана Алексей Ланцов. На флангах Валерий Сорокин. Валерий Сорокин и... Артем Клюев. Клюев сейчас как раз на позиции нападающего располагается. Ну и вообще, честно говоря, не совсем я понимаю расстановку гостей. Такое у меня ощущение, что 6 полевых игроков сейчас на поле. Но это странно, если честно. Корчагин за бровкой. Удалений вроде бы никаких не было. Кто седьмой-то? Любопытно. Это Лига чемпионов, я напоминаю. Бывают казусы, но тут гол, посмотрите, неожиданный после рикошета. Клюев пробил, и Горшков как-то неудачно завалился. От его ноги мяч оказался в сетке, от ноги защитника. Меркитан сравнивает счет. 1-1. Ну и я не думаю, что это как автогол запишут. Все-таки, скорее всего, на Артема Клюева. Ну и действительно, в меньшинстве сейчас Меркитан играет. Алдонин. Тажонков. Прострел. Нет, Лихонин мяч забирает. Тажонков. Долго мяч тащил. На самом деле в центре был открыт партнер. И только затем последовала передача. Но в итоге Назаров достаточно опасно пробил. Лихонин со второй попытки только забрал этот мяч, но добивание не последовало. Здесь фол. Вячеслав Саркисов чуть-чуть в борьбе перестарался. А, ну вот теперь состав Меркитана стал полноценным спустя 4,5 минуты. Корчагин вышел на поле. Он сейчас рядом с Алдониным. Что это было, не совсем мне понятно. После игры, наверное, можно будет определить. Алдонин сейчас ошибается в передаче, но после удачных серии удачных рикошетов мяч к Вашурину отскакивает, то штрафной зарабатывает в центральном круге. Да, любопытно. Вышел игрок. Ну вот, честно, с моей позиции совершенно как-то было непонятно. Так, здесь желтая карточка кому? Вот опять же, Алдонину или Назарову? Ну, по-моему, Алдонину. Он так не согласился с решением арбитра. Штрафной. Но тут Куксов может пробить с левой, Терентьев с правой. Низом мяч идет. Добивание. И Корчагин выше отправляет мяч. Не опасно получилось. ЦДК как-то упускает инициативу. Вроде бы в первом тайме все в порядке было. И гол вытекал из логики матча. А сейчас Меркитан и сравнял. И
и как-то видоизменил вот происходящее на поле. Коряка, Саркисов вперед. Исаакян борьбу проигрывает, Клюев вперед, здесь Хатажонков. Лдонин, Вашурин. И нарушение. Да, здесь Куксов зацепил Назарова. Ну, чуть разладилось у армейцев, и скорости упали сразу. Ух, неплохой прострел. Асакян проскочил ту позицию, с которой пробить бы мог, поэтому пришлось так ударом Скорпиона, но исполнить не удалось как следует. Алдонин здорово на опережение, и передачи не проходит. А у Меркистана могла контратака выйти. Саакян. Да, здесь не рискует. Правильно, через Алдонина. Длинная передача. Куксов первый на мяче. Но здесь в отборе, и здорово Хатажонков играет. Назаров, по-моему, да. И, в общем-то, была возможность у ЦДК сразу контратаку свою развернуть и ударом ее завершить. Но в итоге только аут. Вашурин. Что там, фол? Ну, показалось, что сначала все-таки в мяч сыграли защитники, ну, там полузащитники, да, Клюев и Ланцов были против Хатажонкова, но, возможно, когда продирался защитник армейцев, чуть-чуть наткнулся на корпус кого-то из игроков, и вот этот момент на нарушение правил потянул. Сейчас, по-моему, решается, нужна ли замена. Хатажонков держится за лицо и уходит за бровку. Вместо него Алексей Милешин. Вот ЦДК, кстати, при достаточно хорошей заявке фактически только 10 человек играют. Надар Кибадзе на поле не появлялся. Смирнов внезапно узнал, что дисквалифицирован. И Роман Паншев также еще с скамейки не выходил. Нет, ну здесь Терентьев даже больше может претендовать на штрафной в борьбе с Саакяном. Сергеев. Никакого фола не фиксирует. Еще одна замена. Клюев уходит у Мегатитана. Скобляков, по-моему, вместо него. ЦДК аут. Саакян, длинные ноги, успевает он по этому мячу сыграть. Милешин. Коряка. Коряки бить не дали, и пришлось такую комбинацию на коротке разыгрывать, и чуть-чуть не прошел пас. Вот ответ гостей. Подключением Бабкова. Горшков пока на месте. 40 минут сыграно, 1-1. Мегатитан, еще одна замена готовится. И сейчас всем составом, ну кроме Лихонина, естественно, на чужой половине гости находятся. Так, замена. Уходит Сорокин с поля. Микинкин вместо него. И еще, кажется, готовится Кутузов в игру вернуться. Но это чуть позже будет. Здесь фол против Саакяна. Саакян вот не броско играет, но очень полезно сегодня. По необходимости пониже опускается, за мячи цепляется и старается раскидывать на подключающихся полузащитников. Ну вот,
пока на ударной позиции он не оказывался так всерьез. Корчагин. Скидка неточная. Здесь Терентьев, Скобляков, назад, Куксов. Еще одна потеря. Хартияди, Мелешин. Не держится мяч ни у тех, ни у других. 3-4 передачи, потом следует потеря. И такой рваный футбол. Вот, в невысоком темпе, конечно, сильно отличается от того, что мы в первой половине видели. Куксов против Хартияди. Подлево убирает. Пробил, но через рикошет. И дальше, чтобы не допустить контратаки, просто мяч в сторону ворот направил. Корчагина меняют. Кутузов вместо него. А Илья Горшков будет вводить от ворот. Здесь Бобков. Это нарушение. Подтолкнул в спину Саркисов Кутузова. Ну, здесь опять же вот больше разговоров, чем какого-то криминала. Ну, да, столкновение. В том числе Саркисов держал в уме возможность срыва атаки. На случай, если Кутузов пробросит как-то мяч удачно себе. Но фол-то не грубый был все равно. Просто борьба. Таких эпизодов в каждом матче пара десятков, как минимум. Здесь чуть позже, чем было необходимо, стартанул Саакян. И снова Терентьев его на опережение переиграл. Назаров назад. Вот пока Коряка отдыхает, как-то у ЦДК атакующая игра не клеится. И перехваты есть, и прессинг, ну или какие-то его элементы применяют хозяева поля. Но все-таки комбинационного футбола образца первого тайма мы не видим. Хартияди. Во фланг уходит, но впереди адреса нет. Назад Алдонин, Горшков. Плохая диагональ. Саакян почти выиграл эту борьбу, но здесь неудачно все складывается для армейцев. Ланцов. Нарушения нет. В естественном положении рука Заркисова была. Хартияди пересек уже практически поле. Саакян. Мелешин. Снова отмечу, как мобильные игроки Мегатитана, как быстро возвращаются они в оборону и как грамотно позиционно действуют. Терентьев один из лучших игроков, если будут тройку какую-то выбирать, как бывает это на портале lfl.ru. Я думаю, должен там оказаться в любом случае. Выиграл практически все, но Коряка забивал с той дистанции, когда центральный защитник просто слишком далеко находился. Не накрыли другие игроки. Терентьев. Ну вот ошибка, но опять же, передача-то по мысли правильная была. Так, Хартияди на левой бровке. Двое против него. Приходится атаку развернуть. Назаров. Вот это классно! Момент! Саакян! Вы сами все видели. Не исполнил просто. Хотя и первым касанием уже мог бить. И затем, переложив мяч, так подсекал, пытался перебросить Лихонина. В итоге сам запутался в своих же финтах. Момент, вертикальная атака, скидка Кутузова. Клюев набегал на линию вратарской. Горшков надежно сыграл.
такое ощущение, что в целом счет 1-1 устраивает обе стороны. И те, и другие понимают, что все самое важное будет во втором матче. Мегатитан к тому же понимает, что дома шансов у него будет побольше. Привычная площадка, которая чуть отличается размерами. Ну и, честно говоря, поле на Сетунь Парк сейчас не лучшего качества. Там, как мне показалось со стороны, там уходит грунт, и поле стало не таким ровным после зимы. Поэтому комбинировать там армейцам будет еще тяжелее. Ну а Мегатитан после зимней паузы во внутреннем первенстве выиграл все матчи и сейчас в хорошей форме находится. Так что выездная ничья сине-бело-голубых может быть и устроит. Ну а армейцам наверняка хотелось бы выиграть, вот только есть ли какой-то резерв, есть какой-то ресурс для того, чтобы прибавить. Коряка сейчас выйдет на поле на последние 10 минут. Ну и по сути все. Сейчас, конечно, ЦДК очень зависимый клуб в этом отношении от игры Андрея Коряки. Ну, какое-то нарушение там опять Сергей зафиксировал. Микрофол. Но этот штрафной позволяет Мегатитану чуть иначе на поле расставиться, перейти на половину соперника. Ну и в том числе убить еще несколько секунд. 49-я минута. 1-1. Коряка и Клюев. Сегодня отличились. Назаров. Тажонков вернулся на поле. И снова потеря. Милешин хорош в отборе. Уходит от него Бобков. Прострел. Ну нет. Это такой английский стиль, но не очень классный кросс получился. Вашурин зарабатывает штрафной в центре. И меняют его, да? Коряка выйдет на поле. Вашурин на лавочку. Тияди. Милешин. Саакян, вот здорово развернулся, классно пробил в дальний угол и не попадает. Вот сейчас действительно за счет его ложного рывка навстречу мячу переиграл Терентьева. Терентьев поверил, что будет Саакян внутрь штрафной разворачиваться. Получилось, что под левую пропустил нападающий и на ударной позиции оказался. Лихонин, такое ощущение, что тоже был не готов к удару в дальний угол. Мегатитану повезло. Алдонин. Здорово сыграл. Здесь Милешин напорол, и Алдонину приходится фалить в этой ситуации. Ну, Милешин мяч хотел сохранить для того, чтобы... Ну, просто вперед его не засылать, для того, чтобы не пришлось партнерам бороться. А в итоге фол. И в итоге карточка. Ну вот любопытно, опять же, если карточка Алдонину, то значит в первом тайме была не ему. Точнее, не в первом тайме, а в начале второго. Но в любом случае, штрафной очень опасный. Прямо по центру Сергей Кутузов, Александр Куксов и Сергей Терентьев у мяча. Ну вроде бы Кутузов готовится пробить в стенку. Бобков по флангу. Проходит передача. Микинкин выпускает за лицевую. Удар от ворот. Коряка. Назад. Милешин.
Клюев. И это фол. Куксов. Ух, неприятный удар. И такое ощущение, что как-то неловко Горшков мяч остановил. Но по факту, конечно, не то чтобы даже парировал, а намертво взял этот мяч. Но удар плотный был и опасный для армейского голкипера. Так, здесь еще потеря. Назаров, Хатажонков. И надо бы атаку развернуть, потому что, ну, нет там перспективы на правой бровке. И вот через Горшкова. Горшков закидывает в ту же зону. Куксов выигрывает борьбу, но мяч остается у армейцев. Хартияди. Опять двое против него. Хатажонков. Алдонин. Коряка. Коряка свой проход начинает. На фланг смещается. Саакян. Хартияди. Ну, пока до ударной позиции как-то не доходят футболисты. Милешин попробовал из-под защитника, но тут все заблокировано было. Хартияди. Вот здорово. Назаров. Тебя убирает Клюева. Клюев на газоне. Хорошая скидка из Кобляков. Блокирует удар по Найоту Хартияди. Ну, здесь Артем Клюев мяч хотел выбить, естественно. Попал в болельщика, который слишком близко к бровке располагался. И замена у Мегатитана. Микинкин с Кобляков уходит. Я так понимаю, что да, Ланцов и Сорокин. В концовке Мегатитану нужны свежие игроки. И может быть определенный расчет на контратаке. ЦДК-то наваливается. Сейчас несколько хаотичные такие наступления, но тем не менее, вот само по себе давление присутствует. Кутузов не зацепился. Алдонин. Направо. Хатажонков. Саакян. И опять аут. Ну, одно можно сказать определенно. Победителя этой серии мы сегодня не узнаем. Никто не получит достаточного преимущества для того, чтобы во втором матче себя спокойно чувствовать. Ну а кто будет таким победителем с моральной точки зрения, кто получит эмоциональный буст после сегодняшнего матча, поймем в концовке. Пока, мне кажется, Мегатитан вполне удовлетворен сегодняшней игрой. И Мегатитан в целом заслуживает похвалы. Команда очень дисциплинированно сыграла, очень мобильно, перекрывая все зоны. По большому счету, вот кроме дальнего удара Коряки, да, там не накрыли, но не всегда получается просто по ходу пьесы накрывать удары с такой дальней дистанции. А в штрафную практически не пускали никого из игроков атакующей группы ЦДК, футболисты Мегатитана. И поэтому таких явных моментов совсем немного было у хозяев. Ну а в атаке выжили свой шанс со стандарта. ЦДК тоже неплохую игру, в принципе, проводит. Но как-то вот это все конвертировать, результат не получается. Горшков. Выносит мяч. Здесь Назаров. Ну, Коряка даже не прыгал, а в итоге Хартияди мог проскочить. Мог да не проскочил. Корчагин против Алдонина. Это не российская премьер-лига, это Лига чемпионов ЛФЛ. Клюев, Куксов, ну это вот момент сейчас
Совершенно убойный Ланцов. Кто пробьет, Горшков выручает свою команду. Сейчас как-то небрежно в обороне защитники ЦДК сыграли. И последние пару минут Мегатитан скорее ближе к голу. Еще момент. Назаров блокирует удар. Алдонин против Корчагина. Дуэль продолжается. И Корчагин на лицевой линии мяч останавливает. Алдонин его выдавливает за боковую. 3 минуты и аут Дмитрий Бобков. Не спеша отправляется вводить из-за боковой. Штрафную. Ух, момент какой. И Хтажонков недоволен, что арбитр никак не отреагировал на этот эпизод. Но мне показалось, и не было нарушения правил. Там, да, выпрыгивал со спины Артем Клюев, но он просто перепрыгнул своего оппонента в этой ситуации. Хтажонков игру продолжать не может. Саркисов возвращается на поле. Но это все уже не так важно, потому что времени 2 минуты всего с небольшим до конца. У Мегатитана сейчас был классный шанс, и совершенно примитивная атака, вброс за боковой во вратарскую, получился голевой момент. Армейцам бы не терять концентрацию в таких эпизодах. Все-таки цена ошибки вот сейчас на последних минутах очень высока. Коряк показывает, что нужно бросать вперед, а там Терентьев просто уничтожил сегодня фурмана Саакяна, за исключением одного эпизода. И опять же скажу, что Саакян в целом-то неплохой матч проводит, но не в зоне Терентьева он выигрывает единоборство, а когда куда-то смещается. На своей позиции центра форварда у него нет ни мяча, ни голевых моментов, кроме, опять же, эту пометочку допускаю, да, что... Кроме того момента, когда он здорово развернул Терентьева и пробил в дальний угол, но не попал. Аут. Вячеслав Саркисов. Вел за боковой. Милешин налево. Коряка. Есть сила-то еще на проход. Угловой в итоге зарабатывает ЦДК. И вводить будет по сигналу после замены. Клюев уходит. Кутузов. Ну, сразу... А нет, смотрите, я думал, вышел побороться в штрафной, но скорее в расчете на какой-то рывок. Последнюю секунду, опасно было, но все-таки слабоват удар Дениса Назарова вышел, и Лихонин там контролировал ситуацию, и к тому же как-то затылком Назаров пробивал, и так не получилось кивнуть в уголок. Здесь Саркисов зарабатывает горчичник, очень жестко он сыграл против Эрика Корчагина. Но, насколько я помню, у ЦДК, кроме Смирнова, который 3 желтых карточки получил на групповом этапе, по одной было у Коряки, Назарова и Хтажонкова. Так что под угрозой дисквалификации никто сейчас не находится. Хорошая подача, но Кутузов этот мяч не сыграл. И все, время вышло, что-то добавляет Алексей Сергеев. Посматривает на секундомер и дает финальный свисток. Ничья 1-1. Армейцы первый тайм провели здорово, но... Во втором Мегатитан счет сравнял, и, в общем-то, этот результат выглядит наиболее справедливым в сегодняшней встрече. Напомню, что до этого Гефест проиграл ФК СП на Флотской счетом 0-1, и динамовцы сыграли на выезде в ничью 0-0 с Трансконтейнером.